Где там холодрилец? Ебать. Ой. Где вот Серджо, вот это вот? Где те люди? Почему так, нахуй? Где Локи? Летите в инст. Яночка и кто там еще? Притом. Ебать, я кстати, слышал, пересмотрел видос ФК Келя, блядь. Ебать, наш рейд со стороны кринжово выглядит, просто пиздец. Чего? Ну, я не знаю, просто, блядь, а Продакс, дай ему шип, нахуй, пожалуйста. Сейчас захилюсь, а ебанем бомжа. А, не ебанем, заходи в инст. Что там? Помощь Там. выскочила. Да, к дурачку пришли на помощь. Надеюсь, наших локов не отпиздят. Куда вы идете, блядь? Никто не говорил на платформу идти. Что вы делаете? Вот я в танке, да, получается. Не знаю. Да посмотрим сейчас. Я думаю, не, вряд ли. Хотя. Мы ждем локи, сейчас придут. И мы сумнем. Няночка первая зайдет. Сумнем, ебанем, валик нахуй. Потому что я ебал нахуй ждать по полчаса, пока там люди, блядь, отагрят ее, умрут нахуй, или еще весь инс будет в бою, блядь. Тут у нас какие-то варлоки не про... АО, пришли. Тыкаем. Куда тыкать? Да, он-то при своем или друид инвалид? А чё, драка с Джейной не на канале, платформе а с знали? ночом происходит? Чего? Валик бьют. Фокс. Воет. Чё? А драка с Джайной на платформе же, где лич происходит, правильно? Да. А, ну туда меня не надо смотреть, спасибо. А чё ты, где ты находишься? Ну мы уже тут с Фреем сидим вдвоем наверху. Ну я рад нахуй, а Валик кто будет бить нахуй? А нахуй я валюсь? Чтобы не задели люди, которые, ну, не видят, которые как они долбоебы? Летают. Ну, я пытался не оскорбить. Было ровно нахуй. Все, на мост идем сейчас. Вальки прилетят слева справа. Еще, а Линган где? Сейчас. Не знаю, Юля есть вот. Так суманите, нажмите, кто-то не убежал. Лёх, тебе ж надо суманить, Лёх? Его суманули уже. А, все, понял. А Валик зачем бить? Чтобы ну, потому что мы будем вайпаться и будем бегать. Я повел. Чтоб жили мы ровно, нахуй. Да будем, куда мы денемся. Так, где еще? Где вторая? Он у нас справа. Она сейчас туда-сюда с другой стороны будет летать, потому что, блядь, ты ее напугал, нахуй. Это будет страшный просто. Тогда ловим ее, нахуй. Готовьте в кассу только стану, у меня сейчас КД стану. Ну это зачем Вальку испугал? Сори, нахуй. Что сори? Вот это ты ей скажи сори, нахуй. Сори, говорю. А, понял. Госпожа, говорю, Кира Глашан. Нихуя ты, как официально. Короче, вот тут вот, он на второй, на третьей фазе будет сейф-зона. Вот тут и, блять, где еще-то нахуй? По-моему, вот примерно вот так. Только на третьей? Примерно вот так. Поставь лучше, мне кажется, на хотя похуй. Вот. Значит, крест и череп это на третьей фазе зона будет. Потом у нас есть 4 зоны, где будем расстановочку делать. На второй фазе. Буря, для у кого там микрофон?
Ну пизданите еще раз, у кого это, сука? Заебало, нахуй. Скажи, да, Сергей, что я потом... Ну, ну, видимо, замутился. Что там? Что там? Там паладин пришел. На фоне кто-то говорил или что? Да, 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 какой-то флут какой-то был, блин. Вот, значит, наша расстановка на фазе огненной будет 4 метки. Будем делиться, ну, будут хилы делиться по этим меткам. Танки и остальные ДДшники будут делиться по 4 меткам. Вот, первая фаза, там Джайна стоит в центре, ее танчит танк, танчить будет Юля. А второй танк, ну, давай, сколько там танков, блядь. Давай, в принципе, два ебанем пока что, а потом, если надо, будет третий успех. Хотя вон Хукмастер второй, все, Лингрен, будь в ретрике. Хукмастер будешь водить этих, нахуй, как они называются? Ну, сумоньте пока. Пидоров. Ты будешь больших пидоров водить, да, все правильно. Вот, Юля будет стоять танчить. Вот. Локи, поставьте шкаф. Короче, как будем делать? Там есть у Джайны чародейский шторм способность. Вот смотрите, заходите на стрим, чтобы было понятно. Вам эту всю хуйню надо забивать. Ой, это не то. Забивать в дебафы. Вы должны все это видеть. Где она, нахуй? Вот, Джайна про Удмур, нахуй. Надо ли логнуться, нахуй. Че, логнусь, это, блядь, не тыкает. Напиши просто, нет, вот, напиши слэш релоуд. Не, не, это, блядь, быстрее будет, нахуй, чем... Да он слишком старый для этого, ебаный. Ладно. Пока сумоньте. В хилах, короче, вон, пятая там, пати и... Там констебл еще висит. Констебл... И еще пускай птерсминог тоже будет. Вов-лов есть там еще. Но мне кажется, лучше констебл, это тогда, да? Нам чисто потравить, посмотреть, чтобы не подохли нахуй с пула. Так, сейчас мы разберемся со способностями. Первая фаза хуйня. Там, короче, весь смысл в том, что всю фазу с четырех порталов выходят маленькие мобы. Вот. Их надо заливать просто. Не обязательно их быстро убить, не обязательно. Но опять же, их надо быстро убить. Если они будут заберутся вокруг кого-то и там три будут кусать одного игрока, то на нем стакается дебаф. Дебаф, соответственно, дамажит. И там есть чародейский шторм, который босс прокастовывает. Там секунд 10, может, концуется, или 6, или 5, не знаю. Но он вокруг каждого игрока дамажит, нахуй. Плюс каждому игроку дамаг идет. Вот на нем надо будет рейндж набирать. Вот, и его захиливать очень жестко. То есть почти как на бабе на каратресе будет. Вот, приключения открываете, нахуй. Джайна про Удмур, блядь. Мощь тайны магии. Вот, смотрим. Порталы. Вот с них мобы выходят. Элементаль большой. Сокрушитель. Это. Сокрушитель. Короче, он собирает по трупам, его Хукмастер мелких водит. Он собирает 15, что ли, стаков. Что там? Короче, вот он когда эту хуйню собирает, 15 стаков, то есть когда стаки уже больше не набираются, он подводит к одному из порталов моба большого, его РДД заливают. Когда моб взрывается возле этого моба, он взрывает портал. Но нужно, чтобы на нем был кап стаков набран. То ли он 15, ну типа когда мы первый раз проходили, было 25, сейчас наверное 15. Вспышка — это вот основная билка босса. Ебать. 69 тысяч просто. Ну, считай, 70 тысяч танков-то обязательно должен быть с резистами, с саппортами, блядь. Все должны быть с саппортами. Уничтожитель, так, это тоже дебаф, видать, какой-то. Вот, наносит 15 тысяч урона тайной магии случайно выбранным противником. Ну, то есть еще и по рейду будет ходить. Ну, стрела она в танка дает 32 тысячи раз в полсекунды. Там дохуя вообще дамага придет. Чародейский шторм, вот эта хуйня нас интересует. 10 секунд, все противники по одной единице урона от тайт магии раз в одну секунду и наносят столько же урона своим союзникам. Ну, тут не единица, а больше. Радиус 6 метров, внимание. Ну, по крайней мере, здесь в описании написано. То есть, встаем примерно побольше, 8 метров ставим, если ДБМ есть. Потом еще есть такая хуйня на ней. Чародейская нестабильная магия. Вот ее надо будет добавить. Искажает магию всех противников. Следующая способность, произнесенная противником в течение 10 секунд, будет восстанавливаться дольше на 10 секунд. То есть, если у вас фростбол, допустим, 1.5 ГКД, вы кастуете его нон-стопом, хуярите, это ваш основной скилл, блядь, и за него вы 40 тысяч даете. Если вы не заметили на себе эту хуйню, этот дебаф, и скастовали, то вы 10 секунд проебете дамаг. Но опять же, на этой фазе, ну, мало это важно, как бы можно это...
по мелким свичнуть, какой-то другой школы магии. Вот. Если кто в Вуду играет, дебаф свое. Здесь вот пишите. Нестабильная магия. Сухор, нахуй. Все, теперь этот дебаф у меня будет появляться дальше. А как? Нестабильная магия, да? Да. Нестабильная магия, да. Выглядит значок, как, блядь, на Синдаргосе. Ну, по крайней мере, тут самое главное будет тайминг шторма и на нем разбегаться и захиливать его. То есть, чтобы на нем. За Сумонти. Вот. Кого? Спасибо. Первая фаза хуй с ним, она легкая. Мы попробуем сейчас. Главное, на шторме, если захилимся. Вторая фаза, вот это самый пиздец. Тут вон способности сколько? Вот. 6 обилок, нахуй, и все они смертельные, блядь. Лучи, нахуй. Это как на собаке. Выйти с луча, иначе шотает. Лучи будут сначала на полу полоска, с нее выходит, и все, блядь. Через секунду будет дамаг. Взрывоопасный пламень. Вот это супер опасная хуета, которая пиздец. Вот, значит, поражает до 6 целей. То есть 6 людей будут поражены этой хуйней. Пламенем, который взрывается спустя 6 секунд. Нанося 15 тысяч урона от магии огня в радиусе 5 метров. Ну, такая маленькая лужа будет. И поджигая землю в радиусе 3 метров. Подожженная земля наносит 22,5 тысячи урона от магии раз в 2 секунды. Ну, хуй с ним, что она горит. Фишка в том, что она будет вешать дебаф, который увеличивает входящий урон от огня на то ли на 30, то ли на 50%. Ну, короче, жесткая хуйня. Вот эту хуйню, этот дебаф. Вот, допустим, вы стоите в одной из 4 меток, ваше действие, вы стоите такой, дамажите. Появилось пламень на вас, вы выносите его под 45 градусов, влево или вправо, без разницы. Вот так пробежали, вынесли. И еще фишка самая главная, когда вы и несете этот дебаф, да, вот 6 секунд эти идут, у вас там дохуя времени на реакцию, все, вынести сюда, вот метров 20 буквально. Вам нужно сделать так, чтобы когда дебаф на вас кончается, время, то есть он только что спадет и лужа на земле появится. Вам нужно находиться в движении, потому что если вы секунду заслакаете в этой луже, вы словите дебаф, который урон от огня увеличивает. Соответственно, все способности босса вас будут ебашить там, сильнее намного. Тоже добавляем, блядь, взрывоопасный пламень. Это самая важная способность босса на этой фазе для всего рейда. Вот. Он может быть на всех, на танках, на хилах, на ДД. Я добавлю для него цвет. Какой-нибудь, нахуй. Блять. И звук, нахуй. Вот. Дальше что там? Град метеора. Метеор, нахуй. Метеор это такая хуйня. 4 круга появится. Метеор, вот 112 тысяч урона. Туда должны сбежаться люди. Если хоть один человек есть в метеоре, то это самое. Босс не заюзает супер хуевую способность, которая всех лайпнет. Вот, в метеор должен... Колоссальная имплозия. Кто-то должен ее словить. Да, сейчас я ее открою. Вот, в метеор может зайти, допустим, шипешник с тучкой, ну что его не шотнет там. Или какой-то челик там с баблом. Или могут зайти 5-4 игрока. Вот в милизоне, вот в центре, где босс будет стоять, будет метеор частенько падать. Милики тот метеор закрывают. РДДшники, ну, которые рядом с вашей меткой, тот и закрываете. Если вы не будете на это реагировать, ну и в метеор никто не сбежится, то, ну, соответственно, будет вайп. Вот. Сам метеор, он делится. Вот, допустим, вот эти 112 тысяч, вот 5 человек зайдут, они по 20 с лишним тысяч получат. Ну, плюс саппроты там. Вот. Потом, значит, если кто-то не зашел хотя бы в один метеор, то вот, наносит 52,5 тысячи урона от магии огня всем противникам, повышает весь получаемый урон от магии огня на 25% на 2 часа. Эффект суммируется. То есть вот эта залупа. По-моему, вот эта колоссальная имплозия и есть хуйня, которая, когда во взрывоопасный пламень заходишь. Ну, может, я ошибаюсь, но я добавлю этот дебаф себе тоже. Колоссальная имплозия. Это если метеор не закрыть. Это если метеор не закрыть. Вот. То есть смотри, пошли, метеор упал, и тебе нужно зайти. Либо, да, кто-то должен принять все 4 метеора, либо будет вот эта колоссальная имплозия, которая увеличит. Ну, все 4. Глыбы так, можно? Теперь вопрос. Это 4 круга. 4. Я добавляю колоссальную имплозию. Метеор появляется 4 больших огненных круга на полу. В них надо зайти до падения метеора. Что еще непонятно? Во все 4 нужно зайти. Во все 4. Да. Тебе одному надо зайти в один. А всему рейду во все 4. Вот так понятно? Все, понял. Огневорот. Это такая обилка типа ульты босса.
она стягивает на себя весь взрывоопасный пламень, который вышел с людей, и он. И он, это, пока он течет к боссу, он будет стекаться, вот, допустим, вот тут вот разлился с краешки, на, это, и она будет стягивать его себя, и он будет стекаться. И на его пути тоже нельзя находиться, потому что дебаф словите. Вот, и она его стягивает, и метеор такой вокруг себя делает над головой, и делает коллапс. Коллапс — это что? Куски кометы, кто там пиздит? Куски кометы летят во всех противников, нанося 48-750 единиц урона от магии огня и отбрасывая на 10 метров. Не знаю, нахуй, но это немножко другой, наверное, урон. Может быть, он делится, этот урон? Это он не делится. Ну, тут описание кривое вот в этой книжке. Ну, мы типа надо начинать бить просто, так нихуя непонятно. Я вам еще раз говорю, дебафы надо добавлять себе. Если вы не будете видеть дебафы, вам никто не поможет на этом боссе. Можете смело выключать игру, я вам прямо сразу говорю. Не верите, блядь? Я трайл, я знаю, о чем говорю, блядь. Вот, ну, дальше. Типа первую фазу добавили, освоили, потом со второй разбираться. Это сейчас вот то, нет, что... Нет, типа, да, просто, никто не запомнил. Сейчас просто очень много информации типа полетело. Короче, и... короче, если хотите, можете отойти, блядь. Еще раз говорю. Я две фазы, говорю, сейчас буду разбирать. Третью не буду сейчас разбирать. Две фазы я буду себе добавлять. Давайте попробуем сначала первую, потом вторую. Давайте вы помолчите. Значит, после огневорота идет пятая способность. Дикое пламя, значит. Это очень простая механика. Вот, три противника будут поражаться ей. Вокруг противников будет крутиться такой пунктиром огонек. Вот, вокруг них там, ну, буквально 4 метра, 5 метров от игрока. Что нужно с ним сделать? С ним нужно просто выйти. Не в какую-то сторону, не там, где люди стоят. А обязательно нужно выйти туда, где нету людей. Потому что если вы выйдете там, где есть люди, или останетесь в рейде, то эта хуйня распространится, как болезнь. Вот, а распространяется она через секунду. Вот, каждый... Да, вот через 3 секунды. То есть, если вы за 3 секунды не успели среагировать, оно распространяется. Висит всего 6 секунд. То есть, хуйня полная. Она подамажит вас немножко, там, 9000 урона за 6 секунд. Вот. Просто выйти с ней, подождать, когда она кончится, дальше зайти и бить. Вот это вот дикое пламя. Тоже вот надо... Там, блядь, она 9000 урона написано. Раз. Это тоже буду добавлять? Ну, да? раз в секунду, да. Это серьезная хуйня. Ну, да, да хуйня. Надо добавлять. Дикое, как там? Дикое пламя. Дикое пламя. Сука. Дикое пламя. Сохранить. Вот. Дальше основная способность босса, помимо вот этой всей хуйни, она кастует тот, кто у него в агронаборе есть после первой фазы. Блять. Она, значит, кастует обычную огненную глыбу. Но это фишка в том, что она стакается. Она мало того, что сама 60 тысяч наносит, она режется резистом. Вот, и она наносит дополнительно 15 тысяч урона раз в одну секунду, 15 секунд висит дебаф. Кастует очень часто, то есть каждые 2 секунды, считай, она кастует. Вот, и этот дебаф стакается до 10 раз. Вот, сколько он там будет бить в секунду, я не знаю, но типа 2-3 стака там надо будет меняться. Скорее всего, надо будет 3 танка. Ну, пока что 2 будем, дойдем до той фазы, посмотрим. Вот, вот эту хуйню надо будет просто ретаунтить. Просто нужно, чтобы танки видели друг на друге стаки. Вот. Мастер и Лаша. И, соответственно, их нужно будет хилить пиздец. На фулл столб держать. Вот. Надо будет еще, чтобы мне или Хукмастер, или Вилнаша сообщили название дебафа, который будет на них, как он называется. Потому что там то ли воспламенение, то ли возгорание, нахуй, вот, которые именно стаки. Чтобы их тоже видеть. Вот. Ну все, с этой фазой, со второй понятно. Сейчас первую, короче, запустим и посмотрим. Давай по расстановке, значит. Нихуя непонятно, но очень интересно. Ну, типа, блядь. Так, друид-инвалид, я тебя выкину отсюда с пати. Так, значит, давай, значит, везде будет стоять терсминог, мордаунд, потом и давай еще стелси там будешь стоять. В треугольнике будет стоять бидон. Друид-инвалид будешь стоять в ромбике. Так, войд буду стоять в кружке. Кто у нас еще остается по хилам? Сейчас мордаунд звезде стоит, да? Все. Да. 6 хилов получается. Вы втроем стелси, птерсминог, мордаунд звезде. Треугольники кто? Бидон, в кружке я, в ромбике друид-инвалид. Вот. Там Боровик сказал, через 15-20 минут подойдет.
Значит, танки, ну, соответственно, Юля в центре, там, когда босс будет в центре, танчишь, а Хокмастер будет водить. Как будем разбегаться? Давайте сразу расстановку сделаем. Милики, вы будете разбегаться, значит, первой пати в сторону звезды. Только от хилов отбегите, там, по краям. То есть, в сторону креста и черепов. В ту сторону, метров на 15 от этих меток разбегайтесь, чтобы себя не убить и хилов, которые там стоят. Вторая пати, разбегайтесь в сторону ромбика. Третья пати, разбегайтесь в сторону треугольника. Четвертая пати, в сторону кружка разбегайтесь. Хилы, соответственно, по своим меткам стоят, не двигаются. Вот, в звезде будет стоять, не двигаться мордаунд, а хилы давайте этот стелси в черепке стой. На шторме, не всегда, а на шторме. И птерсминог в крестике. Все, проверка. Поставлю рыбу. А, и еще водикон на те сапроты. У тебя есть вообще какие-то с собой? Поставьте гельбанк еще. Так, сейчас я пачку возьму. Так, вот водикона поберите сапроты, все хилы. Вообще все без исключения будут сапроты брать. И ДД, и не ДД. Посмотрим, сколько под сапротами будем жить. Вот кого сапроты водикона? Да, водикона сапроты. Вот. Мажьтесь, вымазывайтесь там. Всей хуйней. Ешьте рыбу, масло мажьте. Блять, где там рыба? Отойдите. Что-то, блядь. Давай обмен мне. Я думаю, если надо, могу зайти. Заходи. Надо, заходи. За собой? Нет, угу. Нахапало сразу, заходи. Мы пока учимся. Поставьте шкаф, там кто освободился с лобом. 7 хилов бы. Да. Первая фаза была пережена. Нет, мы только пришли. Да. Мы в целка чилили, сбей. Так, я буду частицы на Юле держать. И хилить Хокмастера. Ты на Хокмастере держи и хили Юлю. Ты пешку накидывал? Угу. О, давай его в пати быстро. А вместо кого? А что, уже занесло? Ну сейчас Рома на попало заходит. Еще кому сапрот надо? А, ебать, мы под сапротом? Под сапротом. Это ебать, босс? Я БК-фласку проебал. Фу, магический Сука. Урон, да и похуй на нее. Это мега дурь под сапротом. Понял. Сейчас нас будет что ли так, что мы будем падать. А вот ты мне епошку накидывал? А сколько ты боссов убил? Ну я... Ты скажи, накидывал? Нет, один, я сам тогда накидывал. Блять, я не помню нахуй. Ну его не было в панте. Сколько я накидывал? Нет, Костя, он тебя не накидал. Поставьте джипса, у кого джипс есть. А сколько боссов ты убил? Да, я на принцах он нашел. Ух ты, как вовремя сел рыбу поесть. Только силы пропал. Все, ты частицу на хукмастере держи. Я на вашем держи. Отдайте сапочек, пожалуйста. Водикону обмен кинь. Да, сейчас. Вот ты хороший птиц. Надь, у нас 40 траев нахуй есть. Ребята, кто будет ставки делать, кто первый умрет. Мордаун. Ну, самые тонкие по хп. Заломаныч. Авелания. Нет, реально, мордаун зохнет, потому что мордаун летит. Я думаю, кто-то из великов, но еще не определил. Пристабав на рейде не висит. На буре мы как раз сосываемся. Принимайте готовность запускать мутон. Маги, дайте столик. А чё, как стоять-то, блядь, вообще?
Я сказал, кому стоять и как, блядь. Если вы отходили, блядь, у меня нахуй уже горло першить начинает. Скажи, пожалуйста, мне. Я только подошел. Ты будешь стоять, давай в этом, в ромбике. Я в кружке стою, ты в ромбике. Когда надо будет рейндж набирать, этот... Короче, друид-инвалид, вот смотри. Друид-инвалид, вот ты на вот эту сторону шипа встаешь. А хэпал вот на вот эту сторону. Тут 6 метров есть. Вот тут вы стоите. Рейндж наберете. Все, запускаю босса. Радар тут нихуя чуть не работает. Так, смотрите, она когда в центр придет, сейчас все тут телепортируют всю эту хуйню. В центр придет и начнется бой. Вот как она кастовать начнет. Я таймер себе включу, чтобы потом подслеживать по видео. Где эта тварь вообще? Вот она. Череп поставил. Так, сейчас. Первая фаза тайная, да, магия? Тайная магия, да. Смысла ничего нету прожимать. Только массакру. Как сказали, бедный Тирион. Заморозили, разморозили, заморозили и снова заморозили. Сейчас она еще его... Пиняж была. Бля. Так, готовимся. Сейчас она портанет сюда, станет красной. Вот. Сейчас она его портанет к себе, потом придет в центр, станет красной. Вот она идет. Готовься. Юля, набирай агро. Все, пошла фаза. Демон, смотри, там потом от кружка отойди, чтобы штормом не убить. Так. Шторм он пишет через 40 секунд. Посмотрим, так ли это. Вот, мелких просто домашки. Алло, босса, это самое. А я не помню, что ее бить надо, нет? А, ну, это, мелких бейте еще. Да у нее было невосприимчивость к урону, типа, на этой фазе. Или она отхиливается, не помню. Что-то сейчас нету вроде этой хуйни. Мобов убивайте, потому что они пошотают людей. Не искапливайте их, на мобов повернитесь, их надо убивать. Сгустки вот эти. Ну, Фокс, ты где нахуй? Ну я тебя не вижу нахуй. А. Я могу прям неровно в мерке стоять? Просто я не достаю весь рейд. Можешь. На шторме главное разбежаться. Все, шторм. Вот она кастует его. Захиливаемся. Блять, а... Ну, блять, как успели, так успели. Себя хилить не возбраняется так чисто. Вот. Ну, вроде захилили. Вот, Фокс, я не знаю, там, не бей, что-то сделать, чтоб ты не сдох. Ты можешь что-то сделать? А с меня можно мобов забрать? Бейте мобов. Ты собираешь? Хокмастер, у тебя там есть голос? Ты собрал у моба сколько там стаков, нахуй? 5? 2 у одного. Ну, бля, они не в центре сдохнут, нахуй. Один на Эвилаша моб. Эвилаша хитят. Ну все в центре стоят нахуй и хитят за нахуй. На мобе надо 15 стаков. Да просто, блядь, смотрите, шторм, что там до шторма. Ну, берегитесь. Вы, блядь, говорите, хули вы, ну. Эвилаша убила. Ваша пола. Ясно, нахуй. Все, падайте, короче. Три танка надо. Сбегайте с центра. Там не три танка надо, блядь. Я про мобов когда объяснял. Где люди были, нахуй? Эта хуйня надо потравить, нахуй. Потравили, блядь. Короче, мобы вот эти маленькие заряжают больших. Большие мобы нужны, чтобы, блядь, закрыть портал. Вот и всё. Хукмастер, скажи мне, пожалуйста, я вот сейчас Вуду смотрел, брателла, блядь, скажи мне, пожалуйста, сколько там на мобе было стаков? Почему было 6 стаков? И неужели большого моба убили, и ты нихуя не сказал никому? Мне скажите, вы большого убили? Его там. Не убили или убили? Было, нет. Больших не трогать, не убили. Нельзя их бить. Больших не убили. А он, во-первых, позже появляется. Там сначала 6, ну, короче, он до 11, до 12 стаков разогнал. Мне уйти надо. Давайте. Ну, всем надо в центре стоять, нахуй. И там, нахуй, этот, заливать. Всем стоять одним компом и на шторме разбегаться. Давай, пати, принимай. Ну, бля. В хила спек, в танка спекайся, хулидринг, на боссе будешь, 2 ДК будете водить мобов, нахуй. Еще раз, ты дай пать. Спасибо. Ебать, нихуя непонятно, но очень интересно. Да, надо глаза просто раскрыть, нахуй. И бить. Да я так,
Я раскрыл, нахуй. Ну непонятно, что на экране происходит, блядь. Все три глаза, блядь, открыты, нахуй. И все три, и чакры, блядь, все, нахуй. Я, блядь, что Слава объяснил, я сейчас посмотрел, блядь. Я просто бил босса, я нихуя не понял. Я тоже, вот идут мобы, блядь, я хуй. Их надо убивать или короче, заряжать большого? Все было сказано, нахуй. Просто вы ебланили, нахуй, где-то, блядь. По 10 раз для вас тараторить я не собираюсь, нахуй. Сказано было, что надо делать, блядь. Что 15 стаков, трупы маленьких собираются большими, их водят танк, сука. 15 стаков собирает, подводится к порталу, убивается большой, блядь. Ну, что ты орешь, блин? Смысл фазы закрыть 4 портала, блядь. Что может быть неясного, нахуй? Вы будете бить босса, она шотнет всех. У нее накопится берса, она шотнет танка, нахуй. Бьются маленькие, большие водятся, нахуй. Надо тогда в центре как-то маленьких собирать. Так мы вокруг... Без разницы, где их собирать, их. Ну, типа, водят... мы сейчас точечно играем в этих маленьких, они хуй пойми, где и чё. Они идут с порталов. Короче, этот собирать в центре всю эту хуйню будем тогда, когда на рейндж смогут разбежаться люди на шторме, нахуй, за 10 секунд. А не так, как сейчас. Мы уже на рейндже стояли, и одно тело сдохло. Вот, этот самый, значит, вот, и звезда. Где там, блядь? Чё, хукмастер, блядь? Ставьте шкаф, блядь. Ставьте шкаф. Где хукмастер? Там... Ну, я тут, нахуй, там ору увидел. Тыкать, ёбаное все, нахуй. Ну чё, блядь? Вот, звезда и кружок, два танка, которые водят, блядь. Холидринг стоит в центре, бабу танчит. Вот я на него чистить. Ёбаные волки. Так, вот рыба. Да, нахуй. Заливайте этот мелкий трэш. Мелкий центре, трэш в приоритете заливается, блядь. Он не должен копиться, ёб. Этот... Да. Вот я пока ввожу, второй появится. И Вилаша, поддержи его там. Короче, я... будете подпёзывать нахуй, я мутану нахуй, блядь. Если не понимаете, лучше молчите нахуй. А рыба есть? Стоит рыба, жри, блядь. Уже жрут. Блядь, ну её сели, блядь. Ну так отойдите с неё нахуй. Чё вы на неё сели? Нажимаем да нахуй и запускаем. Варианты. Быстрее, блядь, без АФК, без ёбаного, вот этого, нахуй. Инта сегодня пристабав, блядь, будет, нахуй, вы бафаться будете, нахуй. Стелси, да тут? Погоди. Да я, короче, ебал эту хуйню, ждать, нахуй, запускаем. Свозишься с вами, нахуй, не бафайтесь, да и в рот ебать, похуй. Надо уже смотреть, блядь, босса бить. Тринку не зарядил, нахуй. Отходят, нихуя не пишут никому, блядь. Траить надо плотно, блядь. Умерли, нахуй, через 2 минуты мы опять запускаем. А не через 10, нахуй. Мордаун, тебе там что, впадло пристабав, нахуй, нажать? Я ж нажимал. Поставьте нормальные фреймы. Джайну, кстати, можно запомнить цель нажать. Взять и получше. Сейчас она уже запустится. Вон, на всех есть, на Бедомару есть что-то. Все, готовимся. Убьем. Пока мелкие не пойдут, вот мелкие вышли с каждого портала по два, и сразу их играем. Эти лучи наносят что-то? Нет. Просто обозначают, где портал есть. Мелких бьем. Не как попало бьем, а просто разъебываем. Мы должны убиты быть быстро. Значит, первый сокрушитель берет кружок. Первого большого моба берешь ты и по трупам водишь. 15 стаков есть, к порталу подводишь. Сокрушителя Джайна вызывает. Но он стоит, меня бьет. Сокрушителя заберет кружок. О, бля. И начнет шторм, водить. 5 секунд. Разбежались на шторм. Я сокру дам первую. Даю сокру, на рейндж стали. Бля. А он пишет что ли нахуй? Не знаю, кто там что таунтит. Завязывайте с этой хуйней лучше. Берегите. Все, закончился, да, шторм? Да, закончился. Дальше мобов мелких бьем, приоритете.
Ты водишь стаков, сколько у тебя, говори, анонси. Сколько стаков на... 7 стаков. Вот, 15 делай. 7. Собирай, вон трупов в кружке миллион, блять, кружков этих, собирай. Они по времени стакаются на нем. Хиленько, подхильте. Ну, бля... Сколько стаков? Бля. Ну, блять, алло. Юля второго сокрушителя берет. Сколько стаков? 1, 12, 13. Тут кружки есть, видишь? 15, походу, да? Порталу веди. Порталу ближайшему веди. РДД свичный. 12. Чародейский шторм. 12. Чародейский шторм. 12. Всем похуй на шторм, нахуй. После шторма надо перевернуть. Ладно, ясно, нахуй. Понятно. Падаем. Чем больше... Ты говорит, что там говорил сейчас 14, я что-то не могу понять. 15 сказали, почему ты говоришь 12, 14, что-то не могу понять. Или это не то я имел в виду. Можно как-то нахуй? Или мне водить нахуй? Короче, я ебал эту хуйню, нахуй. Ой. Сука. Пусть они держат у джайны, нахуй, а мы подводим мобов, блядь, маленьких в центр. Они там будут стакаться. Пусть они это кто, блядь? Это хуйня. Танки. Никто нихуя не говорит, нахуй. Никто нихуя не смотрит, блядь. Я хилю, блядь. Короче, этот самый. РДД, нахуй, по краям. По краям стоят, нахуй, и бьют, нахуй. Спекайся в ДД, Юля на боссе, Лингрен в танка. Будете говорить и анонс сейчас. Сколько на стаках, на ваших мобах больших стаков, блядь. 15 накопилось, к порталу подводите. Вот, так как сейчас 15 накопилось и был шторм сразу, то ждем этот шторм, второй шторм. И только тогда заливаем моба. На шторме, напомню, надо набрать рейндж, нахуй. 6 метров, нахуй. Вы себе в ДБМ прописываете рейндж 8, нахуй. Встаете и не умираете. Схилите себя, блядь, как обычно. Все, нихуя сложного. Сейчас вы на второй шторм встали как говно, блядь, в одно место, нахуй. И сдохли просто. И не захилились нихуя. Шторм это хуйня, на которой надо встать на рейндж. Сейчас рейд не был на рейндже, вы сдохли. Все, пиздец. Это хуйня. Что хуйня? Разойтись? Стоим одним компом, блядь, под боссом. Как они разбегаться будут? Назначить первая пати в одну сторону, вторая в другую. Я уже назначил. Ну, стоим под боссом, блядь, в одном компе. За 5 секунд до шторма все разбегаются. И как раз короче, реснитесь для начала, уважаемые. Мне похуй. Сейчас, короче, говори как хотите, вставайте. Мне вообще прям поебать. Но реснитесь, и я запущу босса, блядь. И поешьте рыбу. Я бафну вас, блядь. И разлеглись, блядь. Как мы будем так понимать тактику, если, сука, ее не исполнить даже никто не берется, блядь. Юля, ты на боссе, значит. Холидринг. Вот. Звезда водишь. И Лингрен кружок водишь мобов. Один завел, взорвал, второй вводит. Третьего забирает тот, который взорвал первого. Все. Вот, рыба. Я ставил уже, да? Мораль, где? А тут ДК живучий, бля. Пиздец. Мораль пока на дне. Вон, Джайна отхиливается. Я не помню, нахуй, это надо прочитать. Джайна хилит. Ее нету смысла бить на этой фазе от слова совсем. Ну вот, видишь, где-то эта хуйня, блядь. Вспышка, призыв, порталы. Там какой-то баф на ней висит, просто надо его прочитать. Маля, у нас челик просто лежит, блядь. Пиздец. Запускаю. По-моему, блядь, есть люди на замене, нахуй. Тоже на Вилашу, короче, кидай частицу, эти танки меньше урона получают. Может, мне тогда на Костю? Он-то постоянно получает по лицу. Передача энергии. Мне сейчас Юля будет на Джайне, а они будут вала ебать бегать до сокрушителя первого. Окей. 30 секунд, короче, передача энергии от портала. Раз в 30 секунд цели хилит. Ну и хули вот он, ну, рез эти, жри быстрее. Пока не запустилась эта хуйня. Вон портал
первый. Короче, как будешь водить, где возле какого портала будешь с 15 стаками, к тому и подводи. Второй шторм подождем, потому что 15 стаков на первом элеме на перед вторым штормом накопится. Вот. Включаю отчет. Станьте все под босса, блядь, заебали нахуй. Вот здесь поначалу можно побить. Ну, смысла большого тоже нет. Мне без разницы, я объяснил насчет шторма, куда разбегаться, кому где стоять, все, блядь. То, что рейндж должен быть 8 метров, чтоб наверняка было. Какую-то способность ненужную найдите, потому что она не на школу вешает КД 10 секунд, а на способность зависла. Вот этот нестабильная энергия, которая... На это обращайте внимание. Если у вас, если вы не будете на это внимание обращать, просто ну проебете ДПС и ДПС. Шторм 5 секунд. Разбегайтесь уже. Вон он шторм. Даже раньше был. Костя, ты чё, меня переутаунчиваешь? Все, можно сбежаться, я так понимаю, да? Ладно, забирай, похуй. Чё, первый сокрушитель есть там вообще? Сколько там на нем стаков, говорите? 9 стаков, 10. Может, до шторма 11. Успеем. 12. 13. Другой сейчас умрет, надо его вывести с подмеликов. Вот к порталу. Бегу. И порталу. Там возле портала его надо добить. Добивать. Берегитесь. Там что? Отбегите. Как дела, нахуй? ДБМа ни у кого нет на это говно? Вот кто да, дохнет. ДБМ есть. Это радар. Радар хуёво работает. Да, типа ренджа багается тут. Да, да, вот он это. Он либо есть, сам да. убирается, либо вообще там, ну, реально хуйню творит. Ага, радар, блять. Ну, чтобы видеть. Сколько лингра? Да даже простая, тебя? Типа ренджа багается. 11. Вот на 15 к порталу подводишь. Хелидринк упал, поднимите хелидринка. Катрисия, ресы. Пятнадцать подложил. Все, к порталу. Берегитесь. Шторм, да. Ну что, нахуй? Какая тактика должна быть нахуй у этого босса? Стоять как бичи, да? Не в рендже? Берегитесь. Не знаю, заходите. Вроде кон заломаны, чанишь, вроде как далеко друг от друга. Должно быть. Он все равно бьет. Просто если вы стоите друг с другом, то по-моему больше ДПСа. Ну да. Это не значит, ну, типа... что если вы стали на рендже, вас бить не будут. Да, меня просто мобы забили. Я знаю, полукругом стояли, но это не один пак, это не под босса. Полукругом стояли, и надо, чтобы люди сообразили разбежаться на рейндж на этом полукруге. Вот если мы в сторону двух порталов первых, да, разнесем, один закрыли, второй закрыли, и потом уже это на вторую сторону, на второй полукруг перебежали, да, там и хилам проще доставать будет, можно по этой попробовать. Вот, но это нужно, чтобы люди словили рейндж, вот. Давай. Вот. Анонса не было на разбег, потом на матч-сейв тоже не было. Этот самый, значит, смотри, по сейвам у нас есть, значит, 4 сейва. И не зыбка, да, у тебя, Юля? Или что у тебя, или Т5? Вот давай, вот первый полукруг от звезды
до кружка, от кружка до ромбика. Вот в эту сторону будем сейчас расстановку делать. Хилы, соответственно, будут стоять по шипам. Все остальные будут набирать рейндж в это РДДшники. Ваше свободное набирание рейнджа за пределом вот этого кольца железного. Это раз. Милики, сколько вас нахуй? Сейчас посмотрим, чтобы вы там рейндж набрали. В центре танк стоит. Возле него будете набирать рейндж. Что там? Это Юля, Юля, да? Вот. Значит, в центре будут, давай, 3 ДКшника пускай будут. И кто там? И 2 ретрика, да? Значит, в принципе, я думаю, в пятером не обосретесь там рейндж набрать, если что. Вот. Святос, ты будешь набирать рейндж, выбегать в сторону ступенек будешь выбирать. Выбегать. Потому что если есть рывок, ты можешь в моба любого чаржнуться и в своих можешь чаржнуться. Вот. Теперь расстановка хилов. Слава, ты по-моему увидел? Слава, убежать надо минут 20-30. Все. Ёбаное все. Так, значит, расстановка теперь. Так. Джандис. Давай. Я вот стою на внутреннем шипе от кружка. Джандис на внутреннем шипе от ромбика. Друид-инвалид на шипе, который ближе к ступенькам стоишь. Вот здесь вот. Сейчас метку на себя дам. Вот здесь вот стоит. Иди сюда, Мардаунд. Вот здесь вот куда? Будет стоять. Сука! Черепок видишь? Вижу. Туда, бегу, вот бегу. Иди встань, твое место вот тут. Да. Так, ты будешь стоять, значит, на внутреннем шипе. Давай, на внутреннем, вот здесь. Стелси на вот этом шипе. Стоите, не двигайтесь, значит. Этот самый... Кто там? Кто там еще? Бидон. Бидон, ты давай вот тут стой, короче. Вот тут, на этом шипике. И кто там? Терсминок, вот тут стой в этом квадратике. С тобой вроде никто не будет. Чё? Джандис называл, Бадан, инвалид. Все, 7 хилов есть. Стелси спрашивает, где еще раз стоять. Блять, я не называл? Называл она, видимо. А где, я называл? За Мардаун там ее поставил. Вот Мардаун здесь, а Стелси вот здесь. Запомните места свои. Когда будете перебежать зеркально в ту сторону, зеркально также и менять. Если ты перебежал, вот он твой шип будет здесь. Мардаун твой вот здесь, вот этот внутренний. Вот. Полукруг вот этот будет. Два портала первых, которые вот между кружком с звездой и между ромбиком и кружком. Вот. Все. Значит, рыбу я ставил, нет? Вот рыба, блядь. И буду запускать. Не там, присобал. Все, никого добирать не будем? Да, не будем, нахуй. Что я, блядь, я разойдусь, что ли, если у меня одного тела нету? Не знаю. Я запускаю. Знать. Ну, блядь, нахуй тогда вообще сюда приходить, если не тратить. Так, все, расставились по местам. РДД за кругом. У нас кругом. Есть вон, Wolf My Love есть. Ну, блядь, я рад, нахуй, а где он, блядь? В Диси, где он, почему не писует? Ну, все, ты в холмах. Ну, я рад за него, блядь. Вот, Амидамару, почему офнулся, блядь? Я босса запустил, ты офнулся. Это вообще охуенно, нахуй. Все, ждем, сейчас скоро запустится. И смотрите, милики, когда будете рейндж набирать, вот этих хилов на шипах внутренних, не нарушьте с ними рейндж. На ту сторону лучше перебегите, там вас хилы достанут. Все, два портала закроем, на второй стороне, значит, тоже сможем. На шторм, значит. Первый шторм я даю массакру, на второй Джандис, на третий Хулидринг, на четвертый Лингрен. Все, вот бой начался. Вот сейчас попробую сказать по ДБМу, как он пишет. Вот нестабильная энергия будет через 10 секунд. Вот надо обратить вам на нее внимание. Не повешайте КД на основные способности свои. А вот она раньше повешалась. Ну тут вообще надо ДБМ под X4 качать. Вот оно пишет, типа через 10 будет, сейчас поди повешается. Но. Вот 7, 6. Видят же эту хуйню, все ДБМ. 3, 2, 1. Вот берегитесь, ДБМ санонсил, и она повешалась. Вот я на флешку повешал КД, а свет небес, у меня хиль.
бери первого, Кость. Шторм, разошлись на рейндж, стали на рейндж. Вот он кастует шторм, вот я дал массакру, вот мы хилимся. Себя хилим, забыли про все, но шторме только выжить. Вот, сейчас еще 3 секунды надо кастует. Берегись. Все. Стали дальше, бьем мелких. Мелкие должны... Кто там? Хант, этот самый, я тебе не говорил, куда встать. Перейди на эту сторону, кто это там? А, это не Хант. Блять, показалось. На этой стороне должны мобы умирать. Вот на этом полукруге, не на том. Хант, у вас по никам назвать, кто там стоит, сука? Я же вижу, что вы там стоите. Я же сказал, на эту сторону мы стоим сейчас. Убивайте. Так, что там дальше? Блять, ну ты не туда его привел. Ты, да, не слушал. Тебе же сказали, с кружка два портала закрываем. Ну нам как сейчас, всем бежать туда? Ну, блять, я не знаю как. Ну, я хуй знает как. Можете подождать. Сейчас скоро шторм будет, по-моему. Да, 10 секунд. Вот шторм, нахуй. Джандис сейв. Вот, отдали сейв. Ляночка сдохла. Стояла хуй пойми где. Ну, просто кайф, нахуй. Просто мечта, нахуй. Мы закрываем первый портал вот между кружком и звездой. Вот этот вот портал. Вот этот. Потому что рейд, расстановка на полукруг на эту сторону идет. Хант и кто-то там еще стоял. Пасифея, я так думаю. И кто-то еще, нахуй. Падайте. Стопайте хилы, падайте. Вы стояли там, нахуй. В треугольнике, когда рейд базируется здесь, блять. Вы разбегаетесь на рейндж, сука, на шторм, в этот полукруг, нахуй. Я вообще не понимаю, вроде говоришь людям, вы слушаете, не слушаете, нахуй. Этот босс трудный, сука, слушайте, блядь. Мастер. Тебе сказали, в ДД спекайся. Он что, в танке бегает? Конечно, я не понимаю, блядь. Я говорю, что, глухие, что ли? Пиздец, блядь. И, ну, нахуй я тогда вообще нужен, если вы хую забили слушать, нахуй? Или 5 как? Секунд, даже слова, Слав. Какая там погрешность у этого шторма? Спасибо. Там нет погрешности. Я не знаю, там... Нету? Секунду он начинает кричать. По-моему... Начинается каст. ДБМ разные у всех. Я не знаю. У меня ДБМ, который не соответствует. Ни стабильная, ни шторм, блядь. Но факт в том, что она предкаст кастует. И потом 10 секунд каст самого шторма. Это все видно. На ебаной Джайне. Надо просто ее запомнить цель и смотреть нахуй туда. Какую полосочку она кастует. Прочитать глазками это. И никакой ДБМ не нужен будет. Надо это все смотреть. Если вы будете играть, как в РБК вы играете, блядь, тут нихуя не получится, блядь. Никто никогда это ничего не убьет, блядь. Поэтому, блядь, начинайте серьезно играть. И если это, ну, если это не ваше, то все, как бы, оффайтесь, вон, как угорь, как остальные там, блядь. Значит, Holy Drink, моба, первый портал закрывай, вот где локовский портал стоит. Между кружком и крестиком. Вот этот вот первый. Либо вон тот между ромбиком и кружком. Потому что расстановка рейда сейчас от ромбика до кружка и от кружка до звезды. Я могу перестать на ту сторону. Но только это надо, чтобы люди, блядь, поняли как-то, услышали это. Но сейчас мы на этой стороне расстановку делаем. Еще раз говорю, они просто мобов, которых мелких, убили, блядь. Считай, что ну, там штук 5 было возле того портала. Я видел. Я пошел, собрал, и как раз вот 15 стаков. Ничего страшного, тебе довести надо дальше, туда, где стоит рейд. Вот ты пришел туда, там хилов нету. Что ты, ну как ты? Тебя моб бьет, понимаешь? Тебя же хилить еще надо. Кукмастер, ДД, спекайся. Кукмастер, ты тут? Нет. Я не понимаю, почему так, блядь. А Мидамару просто офнулся, нахуй. Ну, может, что, свет? Я не знаю, может, свет не сразу свет. Ренжу набираем, поскольку на первой фазе мы Джайну не бьем, просто стоим и лупим этих мобов. Даем их в центр сбежаться, да, убиваем АУЕшкой. Че, он будет спекаться, не? Чтобы не разбегаться. Да, я говорю еще раз. Я не буду. Мастер, тут нет. Ну, в Дисе вроде есть. Пиздец. Заебись, тратите, я так понимаю, блядь. Все уже спикает. Опа, увидел. Даю рыбу, блядь.
Тяжело в учении, легко в бою, блять. В бою. Все, что до этого мы убивали, это все легкая прогулка, нахуй. Сам Лич, Халион, блять, Кель. Даже БС. Ну, Вайша немножко потруднее Келя, нахуй. Но вот этот босс, это реально трудная хуйня. А мы в БС ничего не убивали еще. Много механик тут. БС это легче. Прикиньте, если проходка, блядь, была бы, нахуй, сжайная, блядь. Ебать. Да не, никогда не делали бы эту проходку. Да надо сделать. Правда. Угу. Чтобы у людей IQ начало подниматься. Ты чё, нахуй, они мир захватят, нахуй. Ну да, блядь, а чё, нет? Поумнеет. Принимайте, короче. Друид инвалид тут? Всего хватает, блядь. Ну, шторм прохилится легко. ДБМ не дает нормальный рейндж. Не надо, да, не надо ДБМ, на глаз смотрите. Там типа вообще... визуально можно плюс-минус. Ну так я как бы я так и делаю, потому что у меня уже четвертый трай, он не показывает. О. У меня вообще он забагался, блядь. Мне показывает. Ну всех забагался, забей. Друг инвалид, блядь, ты где? Ладно, похуй, потому короче, что не надо было. Я запустил босса. Все, тихо, блядь. Нету такой хуйни, что вот сказал там, допустим, какое-то два слова, и босс убился. Такой нету тут хуйни. Если бы такое было, сейчас кто-то, кто уже его убивал 10 тысяч раз, уже бы заэрелил, нахуй. Как же водоки, да, брат? Тут все напрямую зависит от каждого, блядь. Поэтому примите это во внимание. Это командная игра здесь. Каждый может подосрать рейду, можем вайпнуться из-за этого. Вот кто-то может к хилу подойти, нахуй, со штормом, он сдохнет, нахуй, и все. Ничего не поможет, блядь. Почему? Блинк поможет. Не знаю, Ляночка рядом, раз он на стык, Ляночка сам чуть-чуть. Вот так. Так что...